свежий чехен, не надо обожжен. Нигде я брат. Пришли мы на точку к тете. А здесь нету уже, все разошлись тетушки. Одна осталась. Шкин говорит, я тебе, говорит, здесь оставлю, вот на этом. И сижу на таком кресле. Покажу вам. Вот. Говорит, оставлю тебе, приду через год. Ты здесь видео продолжай снимать. Ой, аллергия у меня от помидор или что, оттекла вся такая. В помидорах сегодня лазила опять, желтая, все видно аллергичная. Надо выпить антигистамины, что-то высыпало меня тоже на губе. Никогда не высыпала в Мерсине. А здесь же мы все кушаем с дерева. Это, видно, и дала реакцию. Наелись здесь, чаю напились. Бабульки тоже. Пошли по домам. Вчера, представляете, свадьба закончилась. Где-то после часу музыка была, плясали. Стрельба была. Я так испугалась и решила уйти. Бежит, оказалось, видно, они привыкли здесь. Вы представляете, 5-6 часов они все плясали. Вот такая здесь жизнь деревни. Мы пробыли здесь 8 или 9 дней. Сейчас сумки собрали все. И мало осталось. Переспим и завтра уже в дорогу. Показала вам жизнь деревенскую, как могла. И смотрите мою и городскую жизнь. Мерси. Aşkım senin kalk köyde ben seni alacağım bir yıl önce. Bir yıl sonra. Ha? Ben nasıl vakit geçireceğim? Bana ne? Sen beni nasıl diyorsun kalk sen? Ata. Ata. Atalar geldi atalar. Ребятки. По той дороге мы пришли, вот это вот магазин, там я вам показала еще дальше магазин, этот парк, вот пошли до этого и вернулись с мужем. Впереди Джами, все очень близко, там дома. Все, Ашка, входы. Мы хотели попрощаться с тетей, а ее дома нет. Может, она к нам придет. Goodbye, гюле-гюле, кызылджа. Что я могу сказать о моих ощущениях? Конечно, я отдохнула. И... Морально я отдохнула. Я поухаживала за родителями, потому что они этого достойны, этого заслуживают. Сколько они нам помогали, когда нам было плохо, и помогают до сих пор. Такие сумищи нам приготовили. Потом покажу, когда приеду, что они нам передали. Понимаете, они смотрят мне в лицо, радуются, улыбаются. И я тоже по первому зову. Встаю, обслуживаю, как могла. Мне кажется, я выполнила свой долг невецкий. И, конечно, часто приезжать мы никак не получается. Нам мне сказали, приезжайте почаще. Но не получается, потому что у меня нету времени. Сейчас вот меня ждет работа, бизнес мой. Я 9 дней оставила его, и нельзя оставлять.
потому что потому. Так что, друзья мои, я очень счастлива, что оказалась в этом месте, что была на таком празднике. И дай Бог всем крепкого здоровья, счастья и любви, и добра. Будьте добры и счастливы. Чай. Teyzem. Teyzeciğim. Babam şimdi çay kalınlığını bilmiyor diyor. Çay falan yaptınız mı ya diyor. Ben de dedim ya çay hazır dedim. Demlenim. Duymuyorum hadi. Gel yukarı çıkalım bakalım. Ben de yeni yap. Şey. Teyzeciğim. Ne yapıyor? Bulaşık. Biz gidiyoruz. Güle güle demek geldik. Yarın gidiyoruz artık. Hazırlıyoruz yavaş yavaş. Tamam git. Teyzeciğim çok beğendim. Beğendi insanları. Ben gösterdim. Nasıl beğendi diyorlar. Nasıl temiz ev. Nasıl güzel. Teyzeciğim sana selam söylüyorlar benim aboneleri izleyici. Diyorlar annemle ve teyzeciğim selam büyük söyle. Çok beğendim teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ona söyle izin verdi göstermek bizi bize koyunun hayat. Anladın mı sen? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok ilginç var. Çok diyorlar. Sağ olsun. Вот из-за чем чай чай değil zaten çok kızıyor. Çay yeter, yeter. Çok içtik çay. Teşekkürler. Bir şey istemiyoruz. Teşekkürler. Sağ olalım sana dedik. Şey çıktı geldi. Ha buradaydım. Parkın sen bir Hikmet abiye doğru gittim. Yancı mekanlarında böyle onlarla geldik yeri parkta oturduk. Onlar gitti. Пересела сюда на поближе. Çok dans. Про свадьбу говорим, что вчера до пол второго музыка была. Bizim hiç yerde yok. Birbirlerin açısından belki alabilirler yani. Danışmaya bilmem ne ya. Şey gitmiş işte. Хотим уйти, а она не пускает, говорит, посиди со мной. Bilir mi Bex? Dağıtabildin mi? Evet, dağıtı da Bex. Onun oldu da işte sonradan. Sen de teyze maska takın. Ukraynalı bir bayan. Maska. Emekli olmuş buradan. Var mı sende maske? Var. O da kalabalık yerde sen tak. Emekli olmuş sonunda. Ne bileyim. Ama lazım teyzeciğim o güzel. Korona. Evet evet. Bir üç yıl falan açığa tutmuşlar. İki sene mi? Kalabalık nerede? Kalabalık. Da kesin. AK Parti'nin çadırdan kim çıktı? Kalabalık hiç görmüyor. Ama düş yılda duvarın. İşte şeyin olunca, Ukrayna'nın olunca diye bilince. Demiş ki o tarafa gidelim, Malabar tarafına.
6 aylarda evde tek başıma. Burada kışın limon var mı? Limon, mandalina. Çarşıda satılıyor. Haa, alıyorsun sen. Orada yoktur. Hiç kimse yok orada limon. Ağaçları yok mandalina. Sen insanlıktan çıkıyorsun. Лимонов здесь нету и мандарин. Хады, как ачас? Не хочешь, чтобы уходили мы? Истемиор без... Тысячу. Daha baban namaz kılıp gelecek mi öyle? Daha baban namaza gidecek, yine kılıp gelecek. Oturalım bari. Tamam, oturalım. Konuşarız.